Всем доброго времени суток. Хочу рассказать о препарате Витом-1, который в данный момент я пропаиваю своим бройлером для нормализации иммунитета цыплят после приема антибиотиков. Основное действие этого препарата также это иммуностимуляция и подавление вирусов и микробов. И положительным моментом считается также то, что это средство повышает усвояемость корма и комплексно улучшает работу желудочно-кишечного тракта, что в конечном итоге позволяет получить качественную продукцию. Также этот препарат применяется не только для бройлеров, для любой другой птицы и для всех сельхозживотных. Витом этот содержит у нас, сейчас мы на обороте посмотрим, что он содержит. Он содержит у нас живые микробные клетки бактерий. Состоит, выглядит в виде порошка и состоит из плюс вспомогательные вещества, там сахар и крахмал, по-моему. Не буду обманывать, сахар-то там точно есть. Более подробную информацию, как я всегда и говорю, можно найти на просторах интернета, все прочитать. И по приему, как я прочитала в инструкции, в данный момент количество я использую на 3-4 литра. На 4 литра я вот наливаю на 4 литра неполную чайную ложечку этого препарата. Ставлю ее утром. Забираю вечером, меняю воду на чистую и утром вновь наливаю препарат Витом-1 с водичкой. Время, промежуток без Витома должен быть 6 часов. Так написано в инструкции, что я, собственно, и выполняю. Вчера взвешивала своих бройлеров. Бройлеры, некоторые особи у меня набрали норму. Сегодня, то есть им 12 дней. Ну, можно было сказать, что завтра 13, но не суть. И мои бройлеры, как бы, большее количество в нормальном весовой категории, но некоторые экземпляры не добрали 20-30 грамм. Все это, естественно, последствия поноса, последствия неправильного содержания. Виновата в этом я сама. Видео, которое говорит о том, что я плохая, как раз и говорит о том, что уже было снято ранее. Кто смотрел, тот знает. Кто не смотрел, называется «Неправильное содержание бройлеров», да? Или «Последствия неправильного содержания бройлеров». Ну вот, все, что я хотела сказать. Буду пропаивать, наверное, неделю этим препаратом Витом, но вообще рекомендуют 21 день, но 21 день это слишком много. Я как бы думаю, ну, по крайней мере, я вижу, что моя птица в полном здравии, у нее прекрасный аппетит, прекрасный помет, и поэтому уже по обстоятельствам. Все, что я хотела вам сказать. Всем всего доброго и до новых встреч!